Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Kubot Note 50, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Итак, открываем настройки, проходим раздел «Система», далее выбираем «Сброс настроек» и выбираем «Удалить все данные». Нажимаем «Удалить» и вводим пароль от экрана блокировки. И «Удалить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.